Сериал Бим. 9-12 серии. Анонс. 9 и 12 серии выйдут 12 января на телеканале НТВ в 20 часов. 9 серия. Неизвестный проникает в дом и топит в джакузи фитнес-тренера Лину. Полицию вызывает ее муж Александр Гаранин, вернувшийся из поездки в соседний город. Из дома украли бижутерию Лины, ноутбук и бутылку дорогого коньяка. В числе подозреваемых оказывается Филипп, с которым Лена встречалась, и от которого была беременна. Но вскоре на пляже находят труп Игоря Мельнюка, а украденные у Лины вещи обнаруживают в его доме. Полицейские задерживают Гаранина, в камере он пытается совершить самоубийство. 10 серия. На рынке неизвестный стреляет в полицейского, но тот, получив ранение, успевает выстрелить в ответ. Личность бандита установить не получается, но есть зацепки в виде татуировок с зоны. В машине убитого находят партию оружия. В это же время убивают Махнова, дававшего деньги в долг под большие проценты. Подозрения в убийстве Махно падают на Толика, приходившего в офис с просьбой отсрочить платеж. Но он оказывается невиновен. Макар едет на овощебазу, где работает Толик, чтобы поговорить с его начальником Алимовым. У Климова складывается ощущение, что он что-то недоговаривает. 11 серия. Сотрудники ДПС останавливают на дороге превысившую скорость машину, в багажнике которой оказывается труп девушки. Водитель, Анатолий Копчиков, сбегает. Выясняется, что убитая Алена Коваль недавно родила ребенка. Полиция находит и задерживает Копчикова по кличке Копчик, ранее судимого. Макар предполагает, что его могли нанять убить Алену. Когда выясняется, что Алена была суррогатной матерью для Марины и Виталия Величко, подозрение падает на жену Виталия. 12 серия. Посетители смертельного квеста находят в гробу настоящий труп владельца квеста Артура Горчакова. Работница Светлана говорит о начальнике только хорошее и вспоминает про его конфликт с готами, проходившими квест днем ранее. Полиция находит гота и задерживает, но у него алиби. Подозрения падают на последнего посетителя квеста, Валерия Чугуева, которого Артур не пустил, так как тот был с собакой. Поскольку в социальных сетях Артур был подписан на группу собачников, Макару показалось странным, что он не пустил Валерия. Во время осмотра квартиры Артура Макар находит у него в холодильнике отравленное мясо. Проверив новости по отравлению собак, Макар и Лёша видят активность отравлений за последний год. Мотив убийства Горчакова найден. Осталось найти убийцу.